Жаркое лето – это не только отдых, но и общественно полезный труд. Для многих славянских школьников, занятых в ремонтных бригадах, это подтверждается не на словах, а на деле. Летний календарь перелистывает страницы своего последнего месяца. Во время продолжительных каникул находится время для всего – увлечений, отдыха, работы. А самое лучшее, когда все это сочетается в разумных пределах. Летняя занятость – это не только организация интересного досуга, но и развитие. И на станции юных натуралистов, где занимаются только по-настоящему увлеченные ребята, прекрасно это понимают. Ремонтная бригада – хорошее подспорье для полноценного трудового воспитания. Это трудовая практика для ребят. То есть они все знания, которые получают в школе, могут принять на практике и узнать мир по садоводству, то есть уборка территории, особенности, пострижки растений, как выполняется, как необходимо усилия, какие используются инструменты, все это знакомится. Многие даже живущие в квартире ребята получают опыт работы в именно на присадебных участках, также работа, помощь именно как психологическая и воспитательная в том плане, что помощь любимой станции. 5 старшеклассников помогают станции оставаться красивой и ухоженной. Немаловажно и то, что они трудоустроены и заработают за свой труд деньги, которые смогут потратить на собственные нужды. Очень всем довольна. Почему решила пойти? Потому что, ну, это летнее время, все равно как бы нечем заняться, и как бы чтобы без дела дома не сидеть. И в любом случае это все равно оплачивается, то есть там, чтобы не тянуть с родителей деньги, а как-то самой уже потихонечку привыкать к взрослой жизни. Я не первый год в ремонтной бригаде. Ну, помимо общей работы, то есть мы, допустим, скапываем огород, поливаем, что-то красим, убираем, мы еще с друг другом общаемся, у нас появляется новый круг людей, наших друзей, и это очень здорово. Во время работы ребята общаются, приобретают ценные навыки и привычку к труду. И когда они перейдут во взрослую жизнь, все это им пригодится. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».